Ой, друзья, всем привет! Вы на канале Сельченко в Америке. Я уже примчалась с работы, с магазина, конечно же, домой. И вот какая у нас здесь красота. Но я люблю жатву, оно так, ну, все красиво. Но немножечко так нагонит такую печальку, такую немножечко грусть. Почему? Это значит, что скоро осень, а затем зима, длинная зима, которая у нас очень-очень длинная и холодная, вы все знаете. Но все равно я люблю свой город, я люблю свой штат Мичиган. Мне здесь нравится. Хотя и длинная зима, но все равно. И уже вот у нас сосед убирает пшеницу. И я ему только что написала, что мне нужна тонна пшеницы, хочу купить. Когда сможешь, привези, пожалуйста. Он сразу мне привозит домой, вы все знаете. И он мне сразу отписал, могу ли я через несколько часов сегодня привезти. Ну, если мы дома, если место, то, конечно же, да. У нас бочки уже пустые. Там, наверное, не знаю, две или одна осталась только того корма, который Гена покупал для уточек своих. То в те бочки насыпем пшеницы. И будет моим курочкам уже на зиму. Будем зерном. Беру тонну, потому что можно было бы взять и две тонны, но не, ну, не, нету места, где ее, ну, хранить. У меня только 10 бочек, наверное. То вот так. Сегодня погодка такая была пасмурная. Я думала, что будет дождик. Ну, нету. Все прошло. Вот кто у меня под елочкой стоит. Пулюндели! Я на них говорю пулюндели, и все. Жарко, и под елку в тенечек стали. А, кто-то говорил, сосед, я не видно. Вот сосед. Такой салатовой футболки вышел. Видел собак погулять. И смотрите, как они бегают по тому полю. Все вынюхивают. Кто в туалет идет сразу. Пометить же нужно. То этого соседа, это брат его. Нашего соседа, этот, который фермер, то они братья. Ой, двоюродные или что? Так я не знаю, я уже точно толком и не знаю. Родные или двоюродные. Ну, конечно же, для уток зерно не будет. Их нужно убирать. Потому что они то зерно сейчас за неделю могут съесть. И все. Время обеда. Или полдник это. Именно с рук любят, да? Ну, тебе нужно сразу выносить, когда несешь хлеб, бери чашку с водой. Ага, ветер, да. Будет дождь. Лишь бы быстренько. О, уже! Еще один ряд пройти, и уже кукурузу. Ой, кукурузу. Пшеницу уберут. Нужно чашку еще. Вот попробуй, че будет пить, знаешь? Друзья, в каждом видео повторяю, гуси мы не будем на мясо. Они Генины друзья, любимые. Но нет, это шутка, друзья. Не будем. Пускай живут. Это ж только двое. Красотульки такие. Вот это вот молод. Это уже молоденькая куричка такая. Вкусное яблоко это в Walmart'е сегодня купила. Не. А мы спешили, какие были, там быстренько взяла. Да, давай, дитё, пускай ест. Не может, видишь? У-у-у, что-то. Тик-тик-тик-тик. Да, еще и цыпля клюет.
это нужно на терку ему натереть. Ну, все ж перекуси, да? Да. Зимой придется салаты покупать. Для гусей. Витаминки ж зимой нужны. А мы идем подготовим место. Посмотрим те бочки, сколько там что есть. И чтобы насыпать пшеницу. Смотрите, вот молоденькая, какая уже большая. Вот петух будет, да. Вот белый Петя. Бролерок один остался, смотрите, уже хромает. Не люблю это дело. Нужно маленький зайти поесть, да. Ой, такая вкусная, сладкая. А когда Гена труил жуки, друзья, то пропали, нету их. Помогло. Вот не вижу. И да, вот красавица какая. Вышла с огорода. Ух ты! Ой-ой-ой! Стала как раз. Поливаем огурцы. Были ночи холодные. 2 дня. Ночи холодные, огурцов совсем нет, друзья. Просто. Не знаю. Хотя бы закрыть. Закрыла только сколько? 17 банок только закрыла. Это... Да. Ну, я уже переживаю, чтобы были. Вот в эти бочки мы высыпаем, друзья. И стоит. Никто не трогает, слава богу. И зимой, и летом. Раньше мы их затягивали в сарайчик, да? Ну, да. Тяжелые. Ну, может быть и хорошо, не знаю. Но вот уже эту зиму стояли здесь. И нормально, да. А то в сарае нету места, может быть, какого что-то поставить. На зиму какой-то стульчик такие или что. Там, знаешь, да. А тут, пусть тут в шубах и в валенках бегают. Да. Да. Шубы пускай покупают, пальто, да? Да. Сколько? 2, 4, 8, 9. А где 10-я? А, да. Угу. Вот. Уже последний рядок косит. Вот так сделаем. И сейчас сразу это поле вспахает и что-то другое посеет. Еще до осени будет какая-то зелень или что. Вот так. Ух ты, какая свобода, только посмотрите. Это мамочка этих цыплят, что приняла всех. Как работает и что ж там искать-то? Червячок какой-то, может быть. Пятачок. Еще 10-ю бочку. О, написал, что тона это будет где-то 5 бочек зерна. Да, то 250. Да, $250 за тону. То мы будем будем брать 10 бочек. Вообще нормально. Ну то так всегда, Ген, где-то будет за эти 10 бочек долларов 600. Если ты сказала 250. 5 бочек, это тона. Тона. Да, так в прошлом году тоже. Ну, а у нас 10 бочек. Да, и 600 я платила что-то. 630 даже, или где-то что. Ну и той раз сказал, что тоже оно где-то так. Да, а я такая думала, 10 бочек это тона, ага. Так он по весу? Да, да. И оно сейчас... Считай, что у нас же не такие сухие. Угу. Да. Ну, пшеница, Да, пшеница не так.
уже утки кончаются, туда-сюда. Да, я не буду, но уткам же, они за, уткам, за два дня это уткам сидят. Уткам еще есть они. Вот, им нужно высыпать. Тут бочку нужно освободить. Но мне кажется, что будет дождь, потому что ветер стал. И если дождик будет, то он не будет вести. Чтобы зерно не намокло, то я... Разве если сейчас привезет, то туда. Да, гусеньки, идите купаться, идите. Давай. Они уже сами залазят, то Гена раньше их туда сажала. Такие большие уже стали. Ну, давайте, я жду. Нет. Не захотели, не захотели, передумали. И то всегда вдвоем. Такая походка смешная. Тык-тык перекидаются с одной стороны на другую. А вот павлинка. Где павлина потеряла своего красавца? Смотрите, друзья, эта машина сразу с поля забрала, купила зерно. Представляете? Вот. Потому что я знаю, что зерно, пшеницу именно, очень быстро у него забирают. Кукуруза, все такое, то так. Угу, какая дружба. Все. Массаж делает, что там. Муся. Не молчит, лежит, да? Блин. Ой, не могу. А тут там вот. Не хочет уходить. Торбешник-то. Кровать свою. Ай-яй-яй. Это открыла я двери. Вот так уже вечером открываю. А, киш-киш-киш. Двери так открываю, чтобы заходили цыплята. Ну и пока эти двери открыты, то выйдут вот мои. Вот такие цыплята выходят. Ну, сейчас уже темнеет. Полчасика, и они будут заходить. 8:15 уже у нас. То пускай немножко здесь побегают, и все. И так хорошо, они сами заходят, и все, ты только уже... Даже мы на ночь уже, друзья, не закрываем утки,
и куры не закрываем. Просто двери, вот эти двери сюда закрываем и на тот дворик закрываем. А так они просыпаются утром, куры в 5, в 4, не знаю, во сколько они встают. Выходят себе и ходят. Там в дворике пока ходят, сюда нет и туда нет. Так что... Вандулька порвала свой матрас, Гена говорит, кровать свою. Что случилось, не знаю. Сосед написал, что приедет, так и не привез сегодня пшеницу, потому что начал вот так по капельке, понемножечку капает дождик. То завтра привезет, если не будет дождя. Мои красавицы. Еще Гена там кашу варит. Срочно уже нужно. Так, завтра четверг, я работаю. Не знаю, как там девчата. Ну, если даже девчата будут на работе, то сами будем с Геной хотя бы за день 10 штучек, знаете. Но нужно убрать, потому что уже срок. Еще 60 уток нужно убрать. А насчет того, друзья, чтобы помогла Катруся, сестры помогли. Оксана работает на работе. А Катруся, если приедет помогать мне, да, с радостью, она с удовольствием, это не проблема. Но если приедет Катруся, то будет она убирать утки, а я буду нянчить Ефрема, знаете, то оно как бы, ну, нету няньки. Даже если она приедет, будет моя какая-то девочка, дочка Марика, Мирося нянчить. Ну, то оно как бы так, ну, шкурка выченки не стоит, знаете, потому что нянька нужна на малого карапуза. То мы сами понемножку как-то уберем, справимся, не сразу, но по чуть-чуть, понемножечку. И дождик моросит такой. Выбирала огурцы только что. Это я выбирала сегодня, среда, вечер, да, второе число. И выбирала в понедельник. В понедельник чуток выбрала, даже не закрывала, положила их в холодильник. И потому что там будет баночки, может быть, две, знаете, то мне их хотя бы так вот по 10 закрывать, а то вот сколько сегодня выбрала. Вот такая маленькая корзиночка. И еще вот, ну, вот такие огурцы. Ну, эти будут на салат, а эти такие в банки пойдут. То и огурцы нужно закрыть, эти и те, что в холодильнике. Сейчас ночи холодные были. Может быть, эта ночь будет уже тепленькая, то что-то будет вот так. И хочу показать, не забыть бы показать. Мне Надя, та, что цыплята дарит, передала такие коробки, друзья, для яиц. Ну, понравились они мне. Просто 12 штук, но у меня вот такие коробки, они длинные, знаете. А то другая форма. И такие красивые. Тоже 12 штук лоточек. Но по-другому. Такие интересные. Вот орлица. Да. Вот пошла. Так. Да, это она. Орличка моя красивая. А кто там, гусоньки? Привет! Привет, мои красивые! Приветики! Что такое? И то еще вот так разговаривают, и еще о, как-то так они делают. О, слышали? Так, вот Саренька в кадре появилась в своем пышном платье. Посмотрите, какие там кружева. Да, на платье. Так, все, убежала куда-то. Ух, испугалась. Да, что это? Для тебя огурчики клевать? Да? Ну, нельзя, это в баночку будет.
Будем зимой кушать. Даст Бог, доживем. Да еще ж как старается. Так, дождик усиливается. Ну, это хорошо. Пускай. Пускай будет. Посмотрите на эти жопы пушистые, красивые такие. Эти хвосты. Это два гуся. Вам нужно купить гуску, кто-то писал. Нет, друзья, это парочка. Кто не знает, то в магазине кто-то заказал по интернет, и их привозят в магазин. И их не захотели. Ну, просто не приехали забрать их, и все. И я их забрала. То это кто-то себе двое покупал, как бы для... Так, для развлечения, вот так, чтобы ходили они просто. То сразу видно, и вот это муженек, ой, палатка Генаналя Калкур. Все испугались, и цесаренька. Он там закрывал и так. А это гусочка, вот. Что, огурчика хочешь? Так, нужно идти, потому что уже дождик. Что там вкусного? Ты же не можешь его. Это если что, тереть тебе нужно. Такой возраст цыплят. Просто обожаю. Посмотрите, ну какая же красотулька. Дождя не боится. Угу. Тот, что не может, смотрите, как нагрыз огурца. Да. Ты уже хотя бы этого тот же самый бери. Давай. Ну, на. Давай. Бери. На. Ге-ге-ге. Да не пальчика моего. О, откусил, представляете? Давай, хрумай, салатик. Не хочет. Такие белые, как лебеди, красивые. Уже второй огурец. Бусонька, нет, не пугайся. Уже второй огурец достали. Не пугайся, красивый. Нет. Испугался. Покажи, покажи крылья, покажи. Так, вы только, друзья, посмотрите на что ж натворила на нашу воспитанную, такую культурную, интеллигентную девочку. Посмотрите, что натворила. Так, это знак того, что уже старый диван некрасивый, ей не нравится. Вот это Вандочка. Что ж ты натворила? Где ж ты лежать-то будешь? А, я... Гена пошел с ними гулять. Так, наверное, это она просто хочет сделать здесь ремонт. Какую-то перестановку. Посмотрите. Вырвала все. Вот то Вандуля у нас. Вот то. А я думаю, кто мне ремонт сделает? Да вот Ванду найми и все. Она за полдня все покрасит. Ну и девочка. Такая маленькая, хорошая девочка у нас. Еще смотрите, как далеко оттянула вот это. И вот, наверное, уже разрывала на куски. Нужно пособирать эту ветер. Я за повара. Гена пошел с собаками гулять. А мне нужно сварить кашки. Ну, он все зажег огонь, воды налил. Корм принес. Только мне насыпать и перемешать. И уже вот нас темнеет.
Дождик начинается. Смотрите, как все уже куры попрятались. Остался кто? Вот. Бролерок один остался, пошел уже тоже. Только что возле меня здесь был. Все, а так все спрятались. Какой красивый лес. Просто красота такая. Густая, темно-зеленая. Осенью тоже красиво, но как-то осенью оно так... Люблю осень, люблю лето, но лето люблю больше. Зиму люблю, а осенью как-то так тоскливо на душе. Я не знаю почему. Хоть и красиво все, но как-то не то. Так что пшеничку нам сегодня не привезли. Если будет дождик, и завтра тоже не привезут. Когда будет погода? Нужно срочно убрать утки, потому что заканчивается корм. Заканчивается вот уже эта каша такая, которую мы варим. Кукуруза и овес. Так что завтра я работаю, Мироська работает, Марика выходная. Я приезжаю с работы и штук, ну, я думаю, 20 можно убрать. Мне 10 и Марике 10. Так что работы хватает. А то они, ну, уже и гены не дают работать, потому что навари, занеси несколько раз за день воды, все, нужно ходить возле них смотреть. Знаете, оно не то. Если ты что-то делаешь, отрываешься от работы. И, кстати, уже сегодня 2 число, да, 5 числа им, друзья, 3 месяца. Это как раз уже пора. Пора. Я сижу сразу и греюсь, потому что вечерком оно как-то так уже... Вот последний месяц лета это, да? Да, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это будет уже осень. И уже, друзья, как-то чувствуется оно уже не по-летнему. Какой-то такой уже, ну, не тот уже такой теплый воздух. Ну, что-то чуточек уже пахнет мне осенью. Я не знаю почему, но как-то оно... А, и еще первый день уже стал поменьше. Уже раньше темнеет у нас. И оно так, как так дает о себе знать, что просто скоро зима, лютая зимушка, зима. Ну ничего. Главное, живы, здоровы. А все. У погоды нет плохой погоды. Все прекрасно и все замечательно. Всем, друзья, спасибо за просмотры. И всем пока-пока. Какие у меня красивые кастрюли. Просто это я их 3 ему выделила на целое лето. Ну, конечно же, уже им кирдык. Может быть, эту чугунную, вот эту большую, еще отмою, спасу, потому что она очень хорошая, тяжелая такая, большущая, такой казанок с ручкой такой. То я думаю, что, может быть, с этой что-то получится, а с тех уже навряд ли. Ну, у меня есть ничего. Ой, какой-то жук. Все, всем спасибо, друзья, и всем пока-пока. Наша девочка. Один разочек. Первый раз я увидела. Покупалась наша Вандочка. Уже пришли с прогулочки они. Друзья, вот такой коробок. Смотрите, как красиво, да? Тоже 12. И вот обычные вот такие лотки по 12 яиц, да? А вот этот, это просто, ну такая красота уже, мне не, ну не знаю. Тоже самые 12 яиц, но так оно красивенько, очень красивенько. Так. То она мне таких коробочков, лоточков этих дала много. Они новенькие такие, красивые, мне очень понравились. Спасибо, Надя.